частному, да, и становится понятно, что Васе он уже не очень нужен, потому что Ленин очень любил Бертова, он Бертов гордился тем, что когда он заболел, Ленин прислал ему таблетки и початок бутылки французского вина однажды. Самый знаменитый из кинотрав, Бертовский кинотрав, это такой документальный сборник, есть всего 23 штуки.